Ребята, всем привет! Сегодня у нас 25 октября. Время 6 утра. Сзади вы видите море. А значит, что у нас сегодня? Сегодня у нас рыбалка, оказывается. Сегодня совпали все звезды в один ряд, который есть на небе. Я выходной, и Александр выходной. И погода хорошая. Это одна из последних погод хороших. Потом будет холодно, дождь будет. И ветер будет. Ну все, займемся рыбалкой. Так, Александр, поздоровайся с нашими подписчиками. Привет. Так, где-то Александр урвал лодку такую вот сегодня. Это не моя лодка. Урвал где-то ты сегодня. Мы с утра походили, полчасика потренговали. Пиламиду. Пиламиды нету. Решили ставритку половить. А здесь глубоко, да. Не, на камеру. Вот она. Так, у меня поклевка первая, ставрида. У меня у первого сейчас будет ставрида. Штучки три, наверное, у меня. Ставрида, две штучки. Хорошая ставрида. Не то, что в тот раз у нас с тобой мелкая была. Вот это хорошая верхняя. Да. Мои золотые крючки, которые я купил. Может, нам тоже надо золотые? Платиновые. Сейчас я
Не, есть рыба у меня. Или я кого-то поднимаю. Такое чувство, что у меня полная ставка сейчас. Вот такое чувство, что полная ставка. Я же говорю, есть рыба. О, смотрите. О! Это же хек. А что за хек? Это, ну, знаешь, что такое хек-блокер? Так я не рыбак, я ж копатель. Ладно. Он его откопал, он будет. Это хороший хек или маленький хек? Маленький. Ножички на нижние крючки надо это подцепить. Как-то странно, я говорю, вся рыба в пол воды. На дне нету, чуть поднял, рыба пошла. Что-то подклевывает, а что непонятно. Есть. У меня что-то есть. Нет еще. Я хочу ставритку еще наловить. Вся рыба в пол воды, реально. Вот я поднимаю кто-то. Чпонь, 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 чпонь. А мне показался дракон, это хек. Ага. У меня полная ставка, ребята. Да. Гляньте, ля-ля-ля, смотрите. Так, один у тебя вон. Ставритка. Ставритка моя красота. О, одна, минус одна. Самая крупная? Нет, крупная осталась. Ставритка. Так, и у Александра ставрита. Сейчас заснимем Александра. А то его в кадре нету никогда. Ой, шикарный вид. Крупная ставритка. Классно, да. Продолжаем. Она на музыку привлеклась. Ставритка. Нет, это хорошая. Да. Не-не, я еще хочу ставритку половлю. Да, вода, вся ставрита пол воды. Прям вот не успел опустить все. Да, я же говорю, пол воды из таврида. О, смотрите, пол воды, гляньте. Ох ты, вот это ста. Раз, два, три, четыре. Мастер, мастер. В пол воды. Нет, идите вправо ловите. Вправо ловите. Жалко. Сейчас зацепимся. Мне никогда не жалко. Так, все, я уже удовольствие получаю. Наталья, расскажите, какой у вас металлоискатель? Наталья, говорю, Галина. Гаррет-то какой? Не знаю. Начнем с мелкого. Гаррет S250. 350. У меня Гаррет АТ-ПРО, подводный и сухопутный. Понял. Нет, у меня только на сухопутный. Ну я просто все гарды знаю. Я тебе пишу. Хорошо. Да, вся вода, рыба по воде почему-то. Ох, у меня, смотри, сколько ставка, ставка, смотри. Смотри, сколько штук. Чё? Хамса. Да? Хамса. Раз, два, три, четыре, пять. Хамса, это самая еда пиламиды. Сегодня рекорд у меня. Рекорд. Хамса,
Почему ты не ловишь? Я сам не ловлю. Почему ты не ловишь? Так, Александр нашел нам место хорошее. Так, и что-то у меня зацепилось. Я, если мне не зацепится. Шикарный кадр, шикарный штиль. Александр с удочкой. Так, показывайте нам рыбку. Там одна будет. Ничего страшного, нам и одной. С дамой, на яхте. Все недоволен. Я профессиональный рыбак. Сань, короче, помоги. Прибыли вообще модели отечественного автопрома. Давайте поздравим всех, кто ездит на... Солнышко всходит. Шикарный кадр. Рыбаки сидят. Полный штиль. Если есть квартира, я буду с тобой. Это про следующую новость о том, что любопытное исследование показало наличие недвижимости. Во-первых, что, Александра? Карасик. Так, и у меня что-то клюет хорошо. Да, на дно опускаем одежду. Да. Нет. Что-то там кто-то поклевывает. Не, съело у меня, да. Надо менять наживку, надо менять полностью. Так, Александр кричит. Что-то у него там мощное. Что-то у тебя мощное, Александр. Ой, наконец-то. Что там у вас, рассказывайте? Я не знаю, что-то на 2-3 килограмма, может быть 4. Реклама. О, кукушка крупная, крупная кукушка. Но не для эргоферона. Нехорошая кукушка. Килограмма 4, наверное. Вас заснимал, Александр, да? Шикарный кадр, шикарный. На голову. Вот, видишь, на голову, да. Крупная, реально крупная. Классно. Я думал, больше. Я думал, больше. Так, продолжаем. Вот прям на дне есть таврида на дне. Вот одна у меня что-то ставритка. Что-то я вас не слышу, как у вас рыбка. Не крупная, но какая-то, что-то не пойму как-то. Брыкается что-то там. Кукушона. Тоже кукушка? Да. Место хорошее. Место отличное. Место. Ребята, и у меня кукушка. На полкило. Шикарный. Шикарный кадр. Вот так. Вот так заснимем. Красавица. Красавица. Просто шикарный кадр. Где у тебя куку? Где у меня куку? Ты куку. У меня не куку. Ай-яй-яй. Тихо. Вот. Так, смотри,
У меня всю наживку, три наживки на три крючка, я все съела, что-то там. Так, что у нас есть? Кукушонок опять. Мелкий. Мелкий. Надо выпустить. Ты че? Покажите его, Александр. Понял? Ты серьезно, что ли? Ну, маленький, жалко. Мы профессионалы, берем только крупных. На купрошку снимем, да. Так, что-то крупное. Да нет. А то что-то мелкое долбилось там. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Опять кукушка. Опять ну, кукушка? Да. Ну, мелкая. Да нет, хорошо, хорошая. Так, все, что выкидываешь, ко мне ведро выкидываешь. Куда выкидываю? Ну, как с тобой в прошлый раз. То, что ты выкидываешь в море, мне кидаешь. А-а-а. Я про это говорю, да. О! О! Так, я засниму. О. Так, просто засниму. О. Да. О. Какие-то слова. О. Можешь, да. О. О, да. На 5 килограмм. На 5. Готовим. Готовим весы. Весы готовим. Подсак. Не, Саша любит слово подсак. Подсак. Подсак это кто? Ну вот суть. Это... Подсак? Подсак, да. Ой-ой-ой. Хорошо клюет. Хорошо. 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 Не видно? Видно, видно. Ух, там, на полкило. Кукушонок, да. Красавчик. Ты его снимешь? Да. Красавчик. Так. Так. Подсак. На... Давай, давай, отпускай, надо там. Спасибо, Леша. Наверное, кукушонок, либо кто-то мелкий. Я не пойму, что там. Смотри. Карась. Это окунь голубой. Окунь. Хороший, хороший. Это самый большой из этих. Такого крупного я не ловил еще. Смотри, какой крупненький. Классный. Ты, Саня, все говоришь, что лодка у меня говно. А? Классная. Хорошая лодка. Да, реально. Я говорю, что лодка говно. Лодка хорошая. Лодка все. У тебя классная. На 2-3 килограмма. Давай, что там, у тебя горбыль? Нет. Нет? Судя по... Это карась. Карасик? На 1.5 килограмма. О, нет, это окунь голубой, огромный голубой окунь. Как у меня такой же. Нет, у меня крупнее. У меня да, крупнее. У тебя крупнее. У меня крупнее. У меня тоже крупный. Давай тоже засниму его. Ой, плескается. Красавчик. Кстати, очень много медуз. И медузами питается окунь. Угу. Слушайте, здесь много окуня. Мы сейчас... Хороший. Очень хороший окунь. Очень вкусный, сладкий окунь. Плавник красивый, переливается да, всеми цветами. Шикарные кадры. Шикарный кадр. Вружки. Мы контент снимаем. Какие вружки? Вон... Ладно, промолчу. Так, вид шикарный. Так, у Александра какая-то рыбка. Еще одна. Значит, я сделал маленькие кусочки рыбы. Да, надо тоже сделать маленькие. И чтобы их... Ай, этот малек. Маленькие, маленькие. Значит, поймали маленькую дораду. Ласкит, морской карась. Аккуратно снимаем. Пускаем. Поймал, отпустил, поймал, отпустил. Ой, крупной нету. Горбыля нет крупного. Надо место менять. Место. Сейчас будем менять место. Ой, блин. Что-то крупное. Крупное. Что-то очень крупное. О, хорошее. Бля, смотрите, всю наживку съела. Есть что-то или зацеп? Есть. Есть, все, ждем. Контент. Горбыль, килограмм на 10. О, кукушонок, смотри, какой классный. Так, заснимем. Оп, оп, оп.
Красавчик какой. Александр, прошу. Нет, хороший. Ну, нормально. Хороший. Сними. Сниму сейчас. Мне вот этот нравится, вот этот крупный тут. Вот он, крупненький, прям классный. Так, все, у меня свежая наживка. Давай, давай. Так, давай на камеру. Давай. Смотрите, как ловит профессионал. Давай. 5 секунд. Опускается на дно. Так. Что случилось? Упала на дно. Все. Так, ждем. 5 секунд. Раз. Поехали. 2, 3, 4, 5. Есть, точно, 5 секунд. Кто здесь профессиональный профессионал? Я в шоке, реально в шоке. Не надо шокированным быть просто. Смотрите. Я думал, он шутит, он реально 5 секунд ловит. Нет, реально профессиональный профессионал. Есть. Дорада. Дорада. Покажи. Красавчик, красавчик, да. Мы лайки точно заслуживаем. Дорада, ласкирь. Ой! Я положу, я как раз засниму его. О, хорошее. Угу. Классное. Так, сколько уже? 5 секунд? А, еще не опустил. Нет, еще не опустил. Да. Одним дублем, да, снимаем сейчас. Давайте, да. Вторым дублем. Давай сейчас второй дублем. Да. Так, считаем до 5. Опустил на дно? Угу. Так, давай. Считайте. Я считаю? Давай ты. Нет, ты считай. 1, 2, 3, 4, 5. Подсечка. Нету. Нету. Спешить. Спешишь. Что-то начало клевать. Не могу подсечь. А вижу, как подклевывает. И видно, да. Ага, есть поклевка. Ах ты, хорошо, что-то затянуло. 4. Четыре с половиной. Пять. Есть. Вот. 5 было. 5 поклевок. 5 поклевок. Вот. А это было 5 секунд. Мы одним дублем снимаем, а да? Одним дублем, ну, конечно. А зачем пленку тратить? Как говорят некоторые. Так. Фрикцион срабатывает. Закрутим фрикцион. Так. Давай. Что там? Так. Что там? Что-то крупное. Что-то крупное. Это крупный карась. Крупный карась. Хороший. Смотри какой. Классный. Надо подсакнуть, но подсак не взяли. Не взяли, ладно, давай так, аккуратненько. Да, крупненький, хороший. Классно, снимайте. Так, снимай его туда уже, налево. Налево? А все одним дублем, да? Ладно. Одним. Ой, а что это такое у нас маленькое? Ой, это... Этот самый окунь маленький. Выбрасывать? Конечно, куда его, да, такого? Надо отпускать. Ну, Саня, бросит. Так, смотрите. 1, 2. Так, надо наживку обновить. Снимаю еще раз. На этот раз, наверное, крупное должно быть. Вот, вдвоем, да. О! Как, дорада называете? Дорада. Нет. Ага. Есть. Так, и у Александра что-то еще там. Нет, это окунь голубой. Ага, классно. Хороший. Сейчас он достанет. Давай, подержу его, дам сейчас. Крючок аж оторвал, такой мощный. Оторвал крючок. Пошла рыбалка. Пошла. Так. Рыбалка. Мощно. Так, отгадывайте, что я поймал. Карасик. Красотулька. Мини-дорада.
А бывают больше дорады больших? Конечно. Что, карась называется дорада или как? Ну, дорада вообще. Ага. Вот я, видишь, поднимай. Поймало, мне что-то поймалось, само поймалось. Я опустил, зацепил, и оно у меня висело. О, кукушка. Кукушка. О, полкило. Ну, такая. У вас больше. Красавчик. Красавчик просто. Да, вот. Вот я крабик еще нацепил. Вот, крабик. Саня дал где-то. Во рту у кого-то, у какой-то кукушки. Да. Ню крабовое мясо. Да, это сладкая рыба, кукушка. Или у кого-то что-то мелкое идет. У меня что-то мелкое. О, смотрите, как у меня. Опа, три штуки сразу. Я такого никогда не видел. Три. Смотрите, ребята, три штуки. Профессиональный. Вот это да. Вот это место у нас шикарное. Вот это да. И на пристой крючок даже клюнуло. И вот это было на пустом пристой крючок. Три штуки сразу. Офигеть просто. Реально на пустые крючки. Вот наживо. На три крючка у меня. Что ушло? Блин. Какая рыба ушла? Что-то у меня крупное, я снимаю. Это не тот, не тот дорада? Тот же, если второй раз, все, надо забирать его. Он потом замучит меня. Ой, блин, что-то крупное. Поднимай палку, подкручивай. Перепускай, подкручивай. Что-то крупное, да. Вербыль? Не знаю, я не вижу оттуда. Палкой регулируй. Если он вниз давит, отпускай. Давай я тебе отдам, можно? Не надо, не надо. Ты должна сама. Просто... Ох ты, как крупно бьет там. Саня! Две! Давай! Ух ты, вот это карасик. Крупный. Обалдеть. Карасик. Сань, возьми, пожалуйста, чтобы не взлетел. Обалдеть. Ой, смотри, я такой карасик нигде не видел. Дорада. Дорада, дорада. Китай. О, блин, обосралась. Блин. Слушайте, это надо вырезать. Ой, извините, у меня вырвало. Я покажу. Покажу. Крупный какой. Крупный. Вон, вон, тряпка. Посмотри. Красавчик просто. Вот где моя сумка, Саня. Так, мы продолжаем. Я не успел. У нас горбыль. Дай покажи, покажи. Так, давай обновлю. Вот это да. У нас горбыль. Цвет какой голубоватый такой. Переливается. Так надо было кричать, а мы не успеваем камеру снимать. Вот мы орем. Да, и я успеваю камеру включить, да. Ладно, продолжаем. Саня, он такой здоровый. Так, что-то крупное. Снимаем. Вот так вот, красиво. Не понимаю, крупное или мелкое. Вот чего-то молчит. Не очень, но две. Ну смотри, классно, смотри, две штуки сразу. И акушары какие-то. Такие мощные окуни голубые. О, обалдеть, обалдеть. Да, классно, конечно. Да? Да, конечно. Надо, наверное, подсадить что-то, нет? Или хватит пока? Пока... Что-то крупное. Место хорошее, да. Это отсюда карабина, что ли? О, кукушка хорошая. Отлично. Только опустил, сразу кукушонок поймался. Классно. Давай тогда на скобле. Классно.
тут отстегни. Продолжаем. О, такой красавчик. Крупная? Очень крупная. Ой, извиняюсь. Я снимаю крупным планом тебя. Дровик, я сделаю это. Ты мне только прицепи, я распутаю. Кукушона. Чё? 5 килограмм. А, Александра? Александра. Перчатки надо, блин, больше перчаток. Поздравляю вас. Так, переходим на мой край, на левый борт. О, кто здесь профессионал? Что вы залили, а? О, как тянет, смотри, как тянет. Ох ты! На уху. На уху. На уху ёршик мне. Вот такой вот кадр у нас. А у тебя покажи, что. Кукушон какой-то темный какой-то, да? Ёршик на уху. Так он поймался, глянь, на пустой крючок. Ты же профессионал. Может, на пустой ловить. Да, сразу, только кинул, сразу пошла.